Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам историю про приобретение вот этого аромата. Прям буквально вчера я его купила и не могу с вами не поделиться. Это у нас Histories de Parfum от Ritudan. Я прошу прощения за произношение. Я абсолютно, к огромнейшему сожалению, не владею французским, поэтому произнесла, как произнесла. А на русский язык у нас в переводе название аромата означает «самоуверенный». Я, наверное, скажу, что вот этим названием все сказано. То есть самоуверенный аромат для уверенных в себе людей. Итак, история. Аромат приходит достаточно редко. Зимы его не было, он не был доступен к покупке. И вот сейчас пришел, поставщик сообщил, и я, конечно же, поехала его перепробовать и освежить в памяти, потому что я была знакома с ароматом, но мне не удалось его купить раньше. Итак, я приехала, нанесла. Ну, я обычно не покупаю ароматы сразу, мне нужно разносить хотя бы денечек. Ну и, собственно говоря, я уехала домой. Вернувшись домой, я зашла в квартиру, и буквально я нахожусь там, ну, не знаю, 2-3, может быть, 5 минут, и получаю вопрос от мужа: чем ты надушилась? Я говорю: а что такое? Он говорит: ты понимаешь, какая это вообще пушка? И я в этот момент осознаю, что помимо того, что я сама кайфую от аромата, у него потрясающий шлейф. Потому что, ну вот на расстоянии, я считаю, 3-5 метров задать вопрос, что это такое, с такими, с широко раскрытыми глазами, это для меня многое значит. Ну, я рассказала историю, что вот так и так пришел аромат, я давно на него засматриваюсь, и муж мне говорит, что ты понимаешь, что это пушка, что это нам нужно, вот 100%. Ну и, собственно говоря, после этого не осталось никаких сомнений, что мы берем этот аромат, и он просто обязан быть у нас в коллекции. Ну и он был куплен. Аромат для двоих, 100%, то есть носил муж, я слышала его тоже в шлейфе, не только на себе, и могу сказать, что за этим шлейфом хочется идти. Шлейф у него не яркий, не вызывающий вот такой, а очень элегантный, но притягивающий внимание, вот это вот однозначно. На женщинах тоже потрясающе сидит, поэтому я смело его называю аромат для двоих. И еще на что я обращаю ваше внимание. Смотрите, если вы откроете сайты с нотами аромат, там ту же фрагрантику, вы увидите ноты, пусть они вас не вводят в заблуждение. Там на фрагрантике и в других ресурсах у нас указаны роза, табак, ут. Вот ничего подобного здесь нет. Во-первых, я этого не слышу. Я была очень удивлена, полезла на официальный сайт бренда, и там указана верная пирамидка, и это действительно слышится. То есть никакие ни роза, ни ут. Здесь у нас тончайший просто древесно-пряный аромат с тонкими тоже вкраплениями очень элегантной кожи, с шапками, с такими белыми шапками апельсинного цвета и со свежими фруктами. Вот это верная пирамидка, и вот это действительно здесь слышится. Ну и не забываем про шлейф, это будут слышать не только будете вы, но и все окружающие. Потрясающий, роскошный, шикарный, обращающий на себя внимание. Пробуем. Я обязательно сделаю на днях подробный пост, постараюсь сегодня аромат добавить на сайт, поэтому добро пожаловать, кому не терпится порадовать себя вот такой редкостью и превосходной работой, пожалуйста. Всем отличного настроения, пока-пока!